добрый вечер всем, кто собрался в этом зале. Пусть этот волшебный вечер останется в нашей с вами памяти на долгие годы. И на Кингисеппской земле, и на Ленинградской земле. Кто-то может учиться в других учебных заведениях, вернуться в этот прекрасный, замечательный, любимый наш город и своим трудом будут его приумножать и украшать. Родители, я вам пожелаю терпения, потому что ваши дети вступают в очень серьезную, сложную, взрослую жизнь, вы это прекрасно понимаете. Поэтому нужно постараться поступить таким образом, чтобы они не сильно чувствовали эту опеку, дать им возможность какой-то серьезной самостоятельности, но корректировать движение наших выпускников, наших учеников в этой жизни. Это, конечно, в первую очередь ваша задача. Но и в то же время я хотел бы выразить вам, родители, слова своей глубокой признательности, уважения, что вы воспитали таких замечательных, великолепных детей, которых мы сегодня будем чествовать, праздновать, поздравлять, награждать и отправлять в эту прекрасную, интересную жизнь. И я думаю, что выпускники первой школы будут достойны и Кингисеппского района, и города Кингисеппа, и Ленинградской области, и нашей горячо любимой родине России. Уважаемые ребята, дорогие наши выпускники, добрый вечер. Весь педагогический состав первой школы. Добрый вечер, уважаемые земляки, родители, коллеги. Сегодня, на самом деле, очень волнительный день. Сегодня, как, впрочем, во всей нашей стране, как в Ленинградской области всей, так и в Кингисеппском районе проходят выпускные вечера. И на самом деле, это, наверное, какая-то такая черта в жизни, особенно для наших детей, когда они переступают порог юности, переступают в взрослую жизнь, и, конечно, мы надеемся, что у них все должно получиться. Самое главное, ребята, я хотел бы сейчас обратиться к вам, ко всем, потому что я сам отец, я сам только недавно ощутил, как вот это волнительно, и как это трогательно, и как это ответственно, когда ребенок выходит на дорогу взрослой жизни. Что бы я хотел вам пожелать? Во-первых, вы буквально завтра, ну будем так абстрагированно говорить, буквально завтра вы разбежитесь по всем тем высшим учебным заведениям, другим учебным заведениям, в выборе своей профессии будущей. Вы будете получать знания, вы будете стараться получить ту профессию, которую вы хотели бы получить в своей жизни. И, конечно, очень важно, чтобы на вашем жизненном пути в первые дни вы чувствовали помощь своих родителей, чтобы в первые дни у вас слаживались хорошие дружеские отношения с новым коллективом, в той среде, где вы будете находиться. Это очень важно, чтобы вы быстро адаптировались в новой своей жизни. И, наверное, очень важно в этот момент для нас, для родителей, чтобы вы нас не забывали. Я пожелаю вам, чтобы у вас было обязательно хорошее-хорошее будущее. Это вот такое вот накасово. Я хочу сказать теперь о главном. Ребята, самое главное, что еще 5-7 лет назад это было очень сложно сказать. Вы сегодня смело можете возвращаться домой. Сегодня экономика Кингисеппского района – это не только точка роста Кингисеппа, это не только точка Ленинградской области, роста Ленинградской области, но это точка роста Российской Федерации. Пока вы будете получать образование, на нашей территории откроется около 10 тысяч новых рабочих мест. На нашей территории будут строиться самые мощные, самые знаковые заводы, которые поднимут экономику нашей страны. Поэтому получайте смело специальности, возвращайтесь домой, мы вас ждем. Виктор Иванович, спасибо вам большое, что вы здесь сегодня в этот праздник с нами. Нас, выпускников, ждет впереди дальняя дорога, новое открытие и новые знакомства. Неделю назад, когда вы вручали нам медали, нам было очень приятно получить эту медаль именно с ваших рук. Спасибо вам еще раз. Добрый вечер, уважаемые педагоги и родители, дорогие гости и наши любимые выпускники. Сегодня в первой школе Кингисеппа выпускной бал – один из самых ярких и волнующих дней в жизни каждого из нас. Этот год для нашей школы юбилейный. За свои 50 лет школа выпустила более 4000 выпускников. Вот и сегодня вместе с аттестатом о среднем общем образовании путевку в жизнь получат 44 выпускника. Экзамены, переживания, тревоги – все уже позади. Не хватает слов, чтобы выразить наше восхищение и почтение вами и нашими учителями. Вы талантливые и умные, терпеливые и трудолюбивые, мудрые и добрые. Немножко, по фонаршке на обложке, с них набегал.